Значит, у нас сегодня такая тема, с одной стороны, казалось бы, очень простая, с другой стороны, на самом деле, совсем непростая. Вот раннехристианская церковь, первый век, я не буду касаться второго и так далее, я не специалист по истории церкви, я буду говорить только о церкви, так как она изложена, так как о ней говорится в Новом Завете, в Евангелиях и в письмах, да? Ну, только это. Что там дальше, это, как говорится, не мои проблемы. Итак, давайте сначала вообще поговорим о самом слове. Церковь. Что это за слово? Потому что, когда мы говорим храм, то это старое русское слово. У нас отсюда есть хоромы, старое слово храмина, то есть большое, большое здание. И лишь потом храм как здание стало сакральным зданием. Зданием, так сказать, храмом, да? А первоначально это просто здание, в котором жили люди, в хоромах и так далее. Ну, понятно, что не все могли позволить себе хором, это естественно. Значит, а слово «церковь»? Вы знаете, что по-гречески «церковь» – это «экклесия». И это слово вошло в те языки, в латинский, и те языки, которые произошли от латинского, так называемые романские языки. Вот я приведу пример. Там, конечно, всегда есть уже фонетические изменения. Французский «эглиз», угадывается все равно «экклесия», «эглиз», а испанский еще ближе – «иглесия». А вот в славянских и, ну, по крайней мере, в русском, я уж не знаю, как и другие славянские языки, и в германских языках слово «церковь» произошло от другого греческого слова. Это «кюрион». Дословно переводится «господне». Что «господне»? «Господне» – строение, сооружение или «господне» – собрание народа. Я не знаю точно, но понятно, что в разных языках это тоже изменяется до неузнаваемости. Но немецкое «кирхе» и английское «church» и русская «церковь» – это одно и то же слово, которое, естественно, приобрело разные звучания в силу особенностей языков. И даже костёл тоже, вероятно, от этого. Так получилось, что вот слово «экклесия» и «кюрион» стали вот христианскими названиями церкви. И потом, конечно, церковь – это собрание народа Божьего. Лишь позже это приобрело дополнительное значение. Место, где собирается народ для встречи с Господом. И, к сожалению, очень многие воспринимают исключительно как здание, как помещение. Пойти в церковь, да? Понятно, что это не сходить в церковь, свечку поставить или там записку записать и так далее и тому подобное. Ну, я говорю о православной церкви, естественно. Было ли... что означали эти слова раньше, в дохристианское время? Ну, например, «экклесия» в греческом, она была... Это было слово светское, означало собрание. Вот города были городами-государствами, например, в Афинах, да? Это когда собирали все жители, естественно, не все, а только свободные мужчины, совершеннолетние. Они собирались на торговой площади, которая называется Агора, и решали все важнейшие вопросы. То есть это была прямая демократия. Они голосовали не поднятием рук, а криком. Вот. Самые важные вопросы решались именно там объявление войны, за конец войны, ну, в общем, там налоги, суды, ну, в общем, что я буду перечислять, все вы знаете, какие вопросы являются очень важными. А потом это слово уже в христианскую эпоху стало означать собрание, но собрание людей как бы для Господа, перед лицом Господа. В еврейской традиции собрание кнессет, так что, в общем, парламент современный – это как раз тоже собрание, но вот собрание как собрание перед лицом Бога имело другое слово. Оно есть в русском языке, но только означает совершенно другое. Кагал, кагал. Вот этот самый кагал. Но вы знаете, так вот,
хохма, это мудрость, ну, вот, параша, это глагол отделять. Мне как-то спросили, это правда с однокоренной, с парашей? Я говорю, да, однокоренной, с парашей. Это, вы знаете, это слова, которые заимствованы вот всякими преступниками. У них был свой язык, арго. Они, эти слова для них не имели никакого значения. Просто они выбирали какие-то слова, которые звучали по-другому, которые они употребляли, а другие не понимали. Они не употребляли в их смысле. Просто вот так звучат хорошо. Есть еще слово «эда», но вообще «кагалы», «эда» – это вот как раз собрание народа. Знаете, это как смотр, например, там солдат перед командиром, так и смотр народа перед Богом. Когда народа было еще немного, то предполагалось, что весь народ предстанет перед лицом Господа Бога, и он посмотрит, все ли присутствуют и так далее. Вот. Потом у них появилось, то есть не в самом Израиле, а в Рассеянии, уже в первом веке, в Рассеянии, в диаспоре жило больше евреев, чем в Палестине. Практически в каждом более-менее крупном городе Римской империи жило много евреев. И очень многие из них переходили, забывали даже свой язык, и переходили, на, как правило, на греческий. И поэтому они взяли другое, у них другое слово, которое тоже вы все знаете, греческое слово, точно с таким же значением собрание, синагоге, синагога. И также первоначально это собрание людей перед лицом Бога, а затем и помещение, здание, куда люди собираются. Очень возможно, что в самые первые годы существования христианской церкви эти слова могли употребляться как для христианской церкви, так и для еврейской, потому что в письме Иакова там есть такая колоритная сценка, когда, знаете, приходит богач, и все бросаются его усаживать на хорошее место, иди сюда, здесь вот хорошо, садись здесь. И приходит бедняк в поношенной одежде, и ему говорят, как, иди сюда, вот, сядь у моих ног. И Иаков там резко выступает против пристрастности. Вот, или старое слово «лицеприятие», когда же христиане, которые должны забыть о том, что для Бога нет как бы различий между бедными и богатыми, наоборот, это письмо очень резко выступает против богатых. Вы там, значит, бегаете перед богатыми, что называется, на задних лапках, а они вас делали, вот они там, одно из самых таких, что называется, антиписем против богатых. Итак, церковь в Евангелиях практически ни у Марка, ни у Луки, ни у Иоанна нет ни разу слова «церковь». Оно не употребляется. Есть у Матфея в 16 и 18 главах. В чем я бы сказала, там такой текст, который многие считают, что его надо... Он не в том месте, потому что, ну, все знаете, когда Петр от имени своих друзей исповедовал Иисуса Мессией, Иисус сказал: «Ты Петрос, Петр, Петр – скала, камень, вот, и на этой скале, на этом камне я воздвигну свою церковь». А буквально через несколько стихов он уже называет его сатаной и требует как бы «иди за мной», то есть это можно понять как бы «ты мой ученик, а не учитель, ты мне будешь еще наставлять», или «прочь с глаз», как говорят, в общем, «за мной, чтобы я тебя не видел». Поэтому это загадочно, тем более, что эта сцена есть исповедание Петра, есть у Марка, есть у Луки, и даже в довольно измененном виде, но даже у Иоанна, что бывает редко. И нигде там
Петр не получает какой-то похвалы от Иисуса, и нигде нет обещания, что Петр станет тем самым камнем, скалой, на которой будет воздвигнута церковь. Это действительно загадочно, потому что самые ранние тексты Нового Завета, записанные, это, конечно, письма Павла. И вы знаете, там сразу же, с самого начала, практически в каждом письме Павла есть церковь и как бы само собой разумеющаяся вещь. То есть не надо объяснять на пальцах, что это такое. А знаете, что такое церковь, почему там вы должны собираться вместе и так далее? То есть людям это было понятно. И ни Павел, ни Петр, никто другой не объясняет. Ну, я просто забыла сказать, что есть, значит, у Матфея еще одно место, где два человека, кто-то из них обидел. Вот если брат твой, значит, обидел, то ты, значит, с ним поговори. Вот, если он не хочет раскаяться, то тогда позови еще свидетелей, двух или трех, чтобы они, как бы, так сказать, поприсутствовали, выступили в роли таких третейских судей. А если нет, то обратись. И тут, конечно, даже лучше не церковь, к общине, то есть ко всему собранию. И если тогда не послушать, тогда его как бы вообще изгнать из общины. Но речь, конечно, не о какой-то мелкой обиде, а о чем-то очень серьезном, потому что если за каждую мелочь, понимаете, выгонять, то это самое интересное, что есть очень похожие советы, во-первых, в кумранских документах, там точно так же, и в Талмуде, где, правда, обидчик должен обратиться к обиженному с просьбой о примирении. Здесь обиженный обращается к обидчику, а там наоборот. Но все равно, смысл все равно очень похожий. То есть там вот этот текст при жизни Иисуса звучит очень странно. Церкви-то не было, еще общин не было. Вот этот текст очень бы хорошо, например, лег бы к первое письмо Коринфянам, где многое говорится там, о поведении людей в церкви, как они должны вести себя. И вот там-то как раз было бы хорошо. А вот если поссорились два человека, то вот они должны сделать то-то и то-то. А если мы вернемся к скале, камню, на котором Иисус воздвигнет церковь, то есть текст по смыслу похожий, но не по словам. В 4 Евангелии, последней главе, 21 глава, где, помните, это знаменитый Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Там, любишь ли ты меня больше их или больше всего, что принадлежит тебе? Там рыбная ловля, вот семья и так далее. Там можно понять по-гречески, любишь ли ты больше, чем все это? Или любишь ли ты меня больше, чем любят они? Но здесь не важно. Важно то, что Иисус на ответ Петра «Да, люблю», он говорит ему «Паси моих овец». Один раз «Паси моих овец», другой «Паси моих ягнят». Но это чисто стилистические такие разночтения. Иисус назначает его как бы главным пастухом стада. Если здесь это камень, скала, на котором фундамент, на котором будет построена церковь, то там пастух стада. В общем, при всем том, это, конечно, метафора и там, и она по смыслу более-менее понятна. И было бы естественно назначить Петра камнем, на котором будет воздвигнута церковь после воскресения Иисуса, а не при жизни Иисуса. И эта загадка во многом, действительно загадочные слова, и люди гадают, потому что нигде в Евангелиях Иисус не призывает людей создавать церковь. Он не говорит. Те ученики, которые с ними ходили, иногда их, правда, называют общиной Иисуса, но на самом деле это не церковь. Вот. Иисус не создавал церковь при своей жизни. Вот апостолы, которых он избрал, они должны были исполнять особую роль, ходить с ним, смотреть на него, быть его учениками, подражать ему
в деле, в словах, и он их, кроме того, наделил своей силой для того, чтобы они тоже проповедовали, и чтобы они могли исцелять, изгонять бесов и так далее. Так что было бы вполне естественно, чтобы слова о том, что Петр – это скала, на котором будет возникнуть церковь, были где-то уже после воскресения Иисуса, когда он назначает его быть скалой в одном Евангелии, а в другом Евангелии назначает быть пастухом. Но опять же я повторяю, Иисус вроде не создавал церковь, вроде бы не призывал к ее созданию. Одни объясняют это тем, что ведь Иисус был несколько раз, говорится в новозаветных текстах, о том, что он полагал, что царство, Бог установит свое владычество, свое суверенное правление очень-очень скоро. Вот не успеет, есть среди вас стоящие здесь, кто не успеет узнать смерти, как царство Бога явится в полноте силы. Обычно очень часто ссылается, что это преображение, но это через 6 дней. Вот вряд ли это есть среди вас те, которые не успеют умереть за 6 дней, а у Луки 8 дней. Вот. И у Матфея есть в одном месте: не успеете, когда Иисус посылает их на, как бы, на самостоятельное служение, как я смеюсь, на практические занятия. Вот. И он говорит: не успеете обойти все города Палестины, как наступит царство. Тогда зачем что-то создавать, если все произойдет очень скоро? Другие обращают внимание на будущее время. Я возведу. То есть, может быть, Иисус имеет в виду действительно будущее время, и церковь будет возведена, создана после смерти Иисуса. Нам это не объясняет, это остается загадкой. Поэтому как возникла церковь христианская, это, в общем, загадка, которую никто не может разрешить. Есть разные предположения, но нет ни одного, как бы, твердого решения. Иисус не говорит о создании церкви, и тем не менее она создана сразу же, мгновенно, буквально после того, как Иисус воскресает. Самое первое время, вот мы читаем Деяния апостолов, даже не Деяния апостолов, последние слова в Евангелии от Луки. Христиане, оставшиеся в Иерусалиме, значит, были, постоянно были в храме, то есть они не выделяли себя как какую-то особую группу из народа Израиля. То есть это было движение. Ну, понятно, движение, особое движение. Там же было несколько движений. Были саддукеи, были фарисеи, были эссеи или эссены, по-разному их произносят. И христиане не выделялись, и, в общем-то, первоначально как бы всем было хорошо. Христиане ходили в храм, христиане ходили в синагоги, христиане в Иерусалиме соблюдали закон Моисея, то есть правила, суббота и так далее. И лишь потом начинается выделение. Может быть, как-то им начинало становиться не очень комфортно, скажем, в синагогах. На них начинали косо смотреть. Тем более это время, ведь нарастание национализма. В 66-м году вспыхнет война с римлянами. А сами понимаете, что она не вспыхивает мгновенно. Все-таки в течение там нескольких десятков лет должно как бы нарастать какое-то напряжение. Вот. Появляются фанатики, которые жаждут изгнать язычников, освободить страну, установить самостоятельность страны. Это с точки зрения их была священная война. Конечно, было смешно с точки зрения человеческой им выступать против могущественной империи с ее колоссальными легионами, с ее вооружением, с ее обученными солдатами и так далее и тому подобное. Но так как они были уверены, что это война священная, то им придет на Бог на помощь. Как Иисус, когда сказал: что вы меня там защищаете, если бы я захотел и попросил бы отца, он послал бы мне 12 легионов ангелов.
Так что они, наверное, тоже были уверены, что Бог пошлет им, уж не знаю, сколько Хотя бы один легион ангелов, нет, один маловато, надо побольше. Вот. Чтобы римляне сразу, что называется, с ужасом бежали. Но под командованием Михаила, который являлся главнокомандующим. Вот. Потому что архангел Михаил – это главнокомандующий небесными силами. Вот. Поэтому им становилось все более и более дискомфортно. На них начинали смотреть косо. Тем более уже потом, когда начинается война, христиане не приняли участия в войне. А сами понимаете, как смотрят на людей, когда они там, ну, значит, дезертиры, предатели, пятая колонна и так далее. Когда Иерусалим был осажден, они не участвовали в обороне. Иисус сказал им бежать, когда увидите там, да, бегите в горы, да, и христиане действительно бежали. Но, соответственно, сами понимаете, как на них смотрели. Поэтому еще до войны уже начинается вот такая неприязнь, хотя гонения, нет, гонения были на евреев грекоговорящих. Дело в том, что я говорила, да, что очень многие евреи жили в рассеянии, и некоторые из них, особенно люди пожилые, хотели закончить свои дни на Святой Земле. Ну, естественно, не только старики, но переселялись тогда и семьями. Очень возможно, что и Павел также. Он переселился в Рим, в Иерусалим, будучи совсем еще юным, мы не знаем, сколько ему было лет, но он был еще совсем юным, но, может быть, переселилась вся семья, вот, для того, чтобы, как бы, так сказать, встретить свои последние дни. Но если его семья были фарисеи и говорили не только на греческом, но и на арамейском, и на еврейском, то очень многие забывали свой язык. И они образовывали свои синагоги. Упоминается синагога вольноотпущенников в Деяниях апостолов, куда Павел ходил, хотя он мог бы и не ходить туда. И вы знаете, там люди, все-таки прибывшие из других территорий, они были более открыты, более либеральны. Они не были такими консерваторами. Они были так, как бы, так сказать, жестко заклинены на законе Моисея, на соблюдении 613 заповедей и так далее. И вот таким самым ярким представителем это был Стефан. И вы помните, как он выступил? В общем, как мы бы сказали, напрашивался на вражду и ненависть, потому что он говорил чрезвычайно резко. Он не употреблял никаких дипломатических методов. Он объявил, что храм – это не жилище Бога, потому что это храм рукотворный. А у евреев рукотворное, слово «рукотворное» употреблялось в спорах с язычниками. Они всегда говорили, что ваши боги рукотворные. То есть это сделанные человеческими руками, они не боги. Они, да, идолы, они рукотворные. Потом очень важно, не рукотворные и рукотворные. Когда Стефан сказал, что храм разве живет Бог в рукотворных домах? А это было уже оскорбление на грани кощунства, потому что для многих евреев Иерусалимский храм единственный, ведь не разрешало строить другие храмы. Бог один, и храм у него один. Вот. Это вызвало такую же ярость. Ведь помните, что Иисуса тоже обвиняли? Он-то говорил о том, что разрушите этот храм, и я воздвигну. А его обвиняли в том, что он обещал разрушить храм. Хотя он употребляет, если вы разрушите, что и случилось. Они своим поведением, вот этим восстанием, привели к тому, что Иерусалим и храм был разрушен. Вот. А Иисус, конечно, говорит о том, что он восстановит там 3 дня. Это, конечно, не сказка. Часто бывает там построить дворец,
задание, да, в течение ночи и так далее, то джин какой-нибудь приходит и помогает герою. Иисус, конечно, говорит метафорически. Вот вы разрушите, если вы разрушите этот храм, я восстановлю его. Он восстановит духовный храм, не рукотворный храм. Тот храм, в котором действительно будет жить Бог. А в этом Бог уже не живет. Христиане все чаще и чаще начинают собираться по домам. То есть не в официальных, что называется, синагогах, а в таких домовых синагогах. Богослужение проходит обычно так же, как в синагогах. То есть что? Читалось Писание, произносилась проповедь, молитвы звучали, исполнялись гимны, псалмы. Ну, в общем, более-менее все понятно, как это происходило. Это очень интересно, потому что в самом храме храм был предназначен для жертвоприношений. Там были, конечно, дополнительные вещи. Там были и песнопения, там был вообще оркестр, что называется, свой. Там левиты исполняли гимны, псалмы, значит, играли музыкальные инструменты. Там тоже ходили освещать воду. Да, в этом самом потоке Кедрон священник приносил в золотом сосуде воду, под пение псалмов благословлял, и выливалась эта вода у подножия жертвенника. О чем бы мы ни сказали, о чем мы ни спросили, все, дорогие друзья мои, от евреев, как сказал Иисус в 4 Евангелии, спасение от евреев, но не только спасение, и рукоположение, и освящение воды, и освящение хлеба, и продуктов, и так далее, и тому подобное, все от них, так сказать, родных, как Павел говорит, это смоковница, да, вот мы ветви, а корень, вот, который питает ветви, там, вот, у евреев. И так они начинают собираться. Да. Так вот, в храме не было... Храм – это место для жертвоприношения. И там, естественно, были люди только из племени Левия, священники из рода Аарона из племени Левия. А, конечно, персонал был колоссальным. Во-первых, было огромное количество священников, но, сами понимаете, этот огромный-огромный комплекс должны были обслуживать. Значит, там жертвы приносились. Надо было жертву убить, надо было ободрать шкуру, нужно было разделать, нужно было сцедить кровь, потому что кровь обязательно сцеживалась. Мясо варилось, мясо жарилось. Мылась посуда, а то убиралась. Там были уборщики, естественно. Ну, сами понимаете, ремонт тоже бывал, конечно. И все это не приглашали со стороны, извиняюсь, таджиков, да, или киргизов. Это все только левиты, ибо никто не имел права чем-либо заниматься вне. Поэтому и музыканты были левиты, и певцы были левиты, и уборщики были левиты, так сказать, и мясники были левиты, и так далее, и тому подобное. А синагога, я вам как-то говорила, но я напомню, как возникла синагога. Дело в том, что вот это место собраний людей перед Богом. Вы знаете, когда вы читаете Ветхий Завет, там довольно часто говорится о том, что народ все время изменял своему мужу, Богу, и все время, так сказать, блудил с чужеземными богами. Дело в том, что еще во время всяких захватнических войн, Ассирия, Вавилон, такая была традиция на Востоке – переселять народы. Это депортация, но не депортация такая страшная, какая была в сталинские времена. Хотя, конечно, во время переселения люди тоже страдали и погибали. Но их просто с одного места переселяли на другое. На их место поселяли других, чтобы люди не укоренялись в своей почве. Вот. Кстати, между прочим, некоторые там очень замечательно жили. Есть тексты, которые обычно, правда, не входят в так называемый протестантский канон, хотя Мартин Лютер отнюдь не выбрасывал эти тексты, например, книга Таита или там некоторые главы из Даниила. И
А так как эти страны, куда их переселяли, они были более цивилизованы. И потом люди привыкли все-таки считать, что Бог, у каждого народа есть свой Бог. Почему он называется Бог Израиля? Потому что он, да, он защищает Израиль. А если страна захвачена, значит, чужие боги, боги Вавилона оказались сильнее нашего Бога. Знаете, как это соблазнительно для людей звучит, если им говорят, слаб ваш Бог-то, не сумел вас защитить. Вот, а тем более прекрасные здания, золотые статуи. Ну, в общем, страна более, страна более культурная, более цивилизованная. И многие там оседали, женились, выходили замуж, забывали свой язык, забывали свою веру. Это 12 племен. Остались жалкие ошметки. И мы не знаем, как именно, скорее всего, в Вавилоне, скорее всего, пророк Иезекииль, хотя это гипотеза не более, он понял, что надо что-то делать для того, чтобы народ не растворился, не ассимилировался, иначе он просто-напросто от него ничего не останется. И тогда была придумана вот такая вещь. По субботам, в день, посвященный Богу, собираться. Не в храме. Храма нет. Храм нельзя построить в другом месте. В принципе, если бы можно было бы, то вот эти захватчики, они бы выделили вам территорию, да еще помогли бы даже деньгами. Может быть. Но просто нельзя. Храма нет. Как сохранить, извините, скрепы? И это замечательно. Есть день, посвященный Богу. Следовательно, евреи должны собираться где-то, в каких-то помещениях, каждую субботу. И там начинается вот это. Они читают Писание. Так как не все знали, забывали еврейский, но знали близкий арамейский, то был перевод. Объяснение, потому что как можно требовать от людей исполнять заповеди Бога, если они не понимают, чего Бог от них хочет. И была проповедь, и люди пели, и молились. Ну, в общем, сами, как и у нас, да? Как и у нас. Вот. Поэтому, кстати, между прочим, после вот этих, вот после создания синагоги, евреи перестали стали строгими монотеистами. Они перестали склоняться к чужим религиям. Почему? Потому что они читали Писание. Понимаете? Потому что все остальные храмы, они все были по одному типу. Это жертвы. Там пение, музыка, но все равно это жертвоприношение. Возьмите бы храм Зевса или там Артемиды или Исиды, все равно всюду будет одно и то же. Здания, жрецы, животные там самые разные, вино, мука и прочее, прочее, самые разные жертвы. А это люди пришли, постояли, они ничего, что называется, духовного не получили, да? Они недаром сравнивают их слушателей с овцами, которые голодные, вот, изголодавшиеся, и он их учит. А вот когда люди начинают слышать Писание, чего хочет от них Бог, вот тогда вот они начинают чувствовать, что они принадлежат вот своему Богу. Они уже все вот эти соблазны склониться к другим богам у них проходят. Поэтому христианские собрания – это вот своего рода, они, скорее всего, возникли на основе синагоги. Первоначально они ходили в общие синагоги вместе, а после того, когда между христианами и людьми, не принявшими Христа, начинается трение все больше и больше, они начинают отделяться. И где-то в 80-е годы возникает христианство не как религиозное течение, а как новая религия. И тогда возникает иудаизм, потому что до этого иудаизма не было, как и не было и христианства как особой религии. Понимаете, это было одно дерево, а здесь уже, так сказать, от ствола пошли вот эти ветки, которые
стали все дальше и дальше расходиться друг от друга. И так возникает христианская церковь. И о том, как она, что она из себя представляла, конечно, нам больше всего сообщает апостол Павел. И особенно это в первом Коринфянском письме. Мы знаем, что христиане собираются вместе. Вероятно, это уже не суббота, потому что из Апокалипсиса мы знаем, что день Господень, они назначают особый день, это то, что мы называем воскресенье. В современном греческом даже воскресенье называется Кириаки, день Господень. Они начинают собираться, но они не собираются, конечно, вечером. Почему вечером? Потому что сохраняется древнее представление о том, что день начинается с заката. Это во-первых. А во-вторых, среди членов вот этих новых христианских церквей было очень много бедных ремесленников, рабов, которые были заняты целый день. И когда раб, ну, успевал сделать все, что ему поручил хозяин, у него, может быть, оставалось немножко времени личного вечером. Также и какой-нибудь бедный ремесленник, который трудился в поте лица целый день, и затем вечером у него оставалось чуть-чуть времени. Они не могли пойти, они не могли сказать, знаете, у нас праздничный день, воскресенье, мы пойдем, потому что это наш день. Ну, в общем-то, все понятно. Свободные люди, может быть, и сделали бы это, но рабы, которых было много, в ранней церкви этого не было бы у нас. Павел, понимаете, не описывает нам, как проходили эти собрания, потому что он пишет людям, которые, конечно, лучше нас гораздо знают, потому что они-то участники, а мы только читаем об этом. И только какие-то намеки нам дают понять. И мы... Он не говорит о чтении Писания и о проповеди, но мы предполагаем, что это было. Потому что уже в середине второго века там у одного из отцов церкви есть сказано, что христиане читали уже не только вот Священное Писание Ветхого Завета, которое было для первое время для христиан единственным Священным Писанием, но начинают читать и воспоминания апостолов, так назывались первоначально Евангелия. И письма Павла очень становились популярны, переписывали и распространяли не только в тех церквах, для которых они были предназначены, но они понимали, что там он пишет очень много важного, то, что полезно и для других церквей. И, значит, что там читались вот воспоминания апостолов и письма, сказано, не сказано, сколько, какие отрывки должны читаться с большими маки. Сколько хватит времени? Так, насколько, так сказать, есть возможность читать? Вот. Поэтому, скорее всего, Священное Писание читалось. Скорее всего, обязательно произносилась проповедь. И, конечно, были молитвы, конечно, были песнопения, потому что песнопение – это всегда очень важная часть всякого богослужения. Но причем мы видим, что это не только уже те псалмы, которые есть в Ветхом Завете, но и новые христианские песнопения. Когда мы читаем внимательно текст Нового Завета, мы обращаем внимание на то, что там очень большое количество то ли таких гимнов, довольно больших, ну, небольших особо, но или совсем маленькие отрывочки. Конечно, вот синодальным это все без не передается стихами, а это там передавать стихами, потому что это. Поэтому это можно не заметить. Но, например, самое, может быть, знаменитое это второй отрывок из второй главы Филиппийцев. Совершенно великолепный христологический гимн. Вот. Это из первой главы письма Колоссянам, где там Иисус, незримый образ, значит, зримый образ незримого Бога. Это в первом Тимофее есть тот, который синодальный Бог. Там на самом деле Иисус имеется в виду. Это тот, который был явлен в плоти, то есть в облике человека и так далее. Вот. Есть вообще по 3 строчки, по 4 строчки. Это, скорее всего, вот гимны, новые христианские гимны. Каким было богослужение? Неформализованным. Неформальным. Вот может быть только чтение,
Хотя я уже говорила, что раз читались и новые христианские произведения, там сказано, сколько хватит времени, то, значит, тоже здесь нет формализованности. А вообще-то в синагогах тоже было такое круговое чтение, лекционарии, когда за год прочитывалось там все писание там, или большая часть писания. А вот все остальное было спонтанным. Чтобы не пересказывать, лучше всего открыть первое Коринфское письмо, 14 глава. И Павел там пишет о том, когда вы собираетесь вместе, пусть у одного из вас будет гимн, у другого проповедь, у кого-то откровение от Бога, у кого-то весть на языках, у кого-то ее истолкование. Но все должно служить целью созидания церкви. То есть, вы видите, нет формализма, нет, ты вот придешь, ты вот исполнишь такой-то гимн, а ты будешь читать то-то, а ты будешь там толковать и так далее. То есть пророчество. Человек как бы вдруг вскакивает и говорит, мне сейчас Бог велел сказать то-то, то-то. Человек встает и поет словословие Богу. Конечно, это рождает некоторый беспорядок. Конечно, это рождает некоторый шум. Особенно, как Павел говорит, если выступают пророки. А пророков было много в древних церквах. Потому что пророк – это не обязательно, это далеко не всегда предсказатель будущего. Это человек, который говорит то, что велит ему сказать Бог. Поэтому пророк, учитель – это были вещи очень близкие по смыслу. Но пророк вставал и говорил, мне Бог велит сказать то-то, то-то. А потом второе, а потом третье. Во-первых, надо было как бы уметь остановить. Может быть, есть такие любители, которые будут и целый вечер говорить и не дадут никому другому. Поэтому, значит, если встанет другой пророк, пусть первый замолчит. Уже какие-то есть обязательства. Если есть люди, говорящие на языках, пусть говорят. Но только в том случае, если есть переводчик, толкователь. Если человек, который потом, так сказать, расскажет, что сказал человек на неведомом языке, тогда пусть это как бы Павел приравнивает к пророчеству. Но есть и такая вещь, когда их несколько, тогда тоже может возникнуть шум, крики и так далее и тому подобное. Поэтому, видите, в неформальности очень много хороших вещей. Но есть и кое-что отрицательное. Поэтому Павел говорит, что Бог не беспорядка, а порядка. Правда, Павел, наверное, не знал тогда, к чему приведет это к стремлению к порядку, потому что иногда это превращает просто в что-то мертвое. Вот смотрите, через короткое время, уже там во втором веке, уже не будет апостолов, уже не будет пророков, уже не будет учителей, но зато появится то, чего не было в первом веке, а именно священство, иерархия, руководство церкви, ну уж о втором веке епископат монархический, благодаря Игнатию Антиохийскому, который сказал, что самый страшный грех, который может совершить христианин, это непослушание епископу. Конечно, епископ не в нашем смысле, но все равно. Недаром его в литературе называют монархический епископат. То есть это монарх, который вот как царь, обладает полнотой власти своей общины. Как бы, что он сказал, вы обязаны исполнять, не рассуждая и ни в коем случае не сопротивляясь. Этого не было в первом веке. Но я уже сказала, не было клира. Не было представления о том, что в христианской общине есть как бы два вида христиан. Христиане-руководители, наделенные каким-то особым авторитетом, особой властью, и как бы христиане обычные. Этого не было. Если даже были руководители, лидеры, ну потому что вы соберите группу любую, не знаю, там, людей, которые увлекаются собиранием марок или
значит, собиранием грибов и так далее. Если только соберется группа, обязательно будет кто-то, кто возьмет, и все с радостью будут подчиняться. Куда пойдем? Пойдем туда, говорит он, и все с радостью идут. И рады тому, что не им выпала эта задача кого-то там вести, что-то указывать. Вот, так что это все понятно. Но они не обладают сакральностью, понимаете, каким-то священным статусом. Потому что еще в это время все, весь священный народ, все они священники. Это метафора. Не в том смысле, что все они обладают сакральностью, а в том смысле, что они исполняются пророчество. Я сделаю народ Израиля народом царей и священников. И вот становятся все священники. Об этом замечательно говорит, по-моему, самый гениальный текст на эту тему. Это первое письмо Петра, где он говорит: «Приходите к нему, к живому камню». Обратите внимание, камень – это Иисус. Поэтому те, кто спорят, мы сейчас еще немножко поговорим о том, какие конфессии, как по-разному понимали камень. Тот самый камень – этот камень, на котором я возвекну церковь свою. Так вот, у Петра в первом письме несомненно, камень – это Иисус. «Приходите к нему, к живому камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в глазах. И вы сами, как живые камни, созидайте из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, переносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу». Храма нет. Духовные жертвы, которые приносят священники, тот храм, священники, жертвы, это лексика, взятая из, так сказать, храмовая лексика, но это все в переносном смысле. Конечно, никаких священников нет. Конечно, это не храм, так сказать, иерусалимский или какой-то другой. Конечно, жертвы, которые переносятся, это не животные, не вино, не мука, не голуби, не быки, не бараны и так далее. Это сам человек, который отдает себя Богу. Павел в 12 главе Римлянам говорит: «Отдайте себя Богу целиком». Вот как жертва, да? Причем, конечно, слово «жертва» у нас воспринимается как что-то такое, что надо совершить насилие, вот чем-то пожертвовать. А это жертва радостная, когда мы отдаем Богу себя полностью с радостью, а вовсе не насилуем себя. Итак, все священники и наш храм, духовный храм, они, да, он из камня, но это камни мы сами. Христос – живой камень, и мы – живые камни. Одновременно строительный материал этого духовного храма и одновременно священнослужитель этого духовного храма. По-моему, текст просто изумительный по своей глубине, и я бы сказала, даже и по красоте. И об этом говорится иногда еще более прямо. Например, в письме евреям единственный священник и первосвященник, он же, Иисус, который на земле не мог бы быть даже простым священником, потому что он из другого племени. Он из племени Иуды, а там выбирался не по качеству, не по способностям, не по образованности, не по чему-либо, а по происхождению. Вы должны быть из рода Левия, а это просто левиты, имеющие право служить в храме. А вот если уж священники, то из этого племени, из рода Аарона, брата Моисея. Так вот, если Иисус единственный священник, знаете, говорят, по чину Мельхиседека, вот, он первосвященник, он служит в небесном святилище, он принес единственную раз и навсегда жертву. И, следовательно, этим отменяется всякое священство и всякие жертвоприношения. Я все время поражаюсь, почему православные так любят письмо евреям. Что ровно казалось бы наоборот, да? Но тем не менее, люди вообще читают и видят иногда не то. Вот. Значит, полная отмена. К
Кстати, между прочим, Иисус, конечно, не говорил об отмене священства, но он призывал тоже не выделять людей, не присваивать им почетные вот титулы. Он говорил, скорее всего, о фарисеях, призывал своих учеников выработать новые отношения, видеть друг друга братьев, а не вот это младшие, это старшие, это христианин первого сорта, а это, значит, такой как бы второго или третьего сорта. Поэтому как раз в Евангелии от Матфея он говорит: никого на земле не называйте отцом. Понятно, что речь идет не о родителях. Отцами называли учителей закона, авторитетных раввей. Ну, у нас теперь тоже ведь отцы, да? Все время отцы, отцы, отцы. Вот. И называть никого наставниками. То есть речь идет о учителях закона, о фарисеях. Вот, потому что Иисус единственный тот, у кого небесный отец. Он не отец сам, но он небесный. У него небесный отец. И он единственный учитель. Это очень любопытно. Есть толковая Библия Лопухина, которая еще до революции издана. Я когда писала комментарии, я всегда смотрю, я читаю, естественно, там комментарии на английском по причине отсутствия их на русском или очень низкого качества, если есть на русском. Но я всегда заглядываю в толковую Библию просто из интереса. Что же они писали? Что они писали по поводу того, что вот никого не называют на земле отцом, если у нас всюду батюшки, то есть это отцы, и не называете учителями. Значит, там было, наверное, на добрых полторы страницы рассуждения, что, наверное, не должно быть титула магистр. Магистр по латыни – это учитель, наставник. А об отцах вот ни слова. Знаете, вот как-то прошли мимо случайно. Это есть такой хороший способ. Когда вы не хотите или не понимаете, вы просто как бы так проходите мимо, забыли. Вот, причем я говорю, что, наверное, на странице полторы объяснение, почему не надо присваивать там титул магистра. Вот я магистр, например. Но, слава богу, отцом-то меня точно нельзя назвать. Это очень смешно. Я помню, очень смеялась и поняла, что как люди умеют замечательно выкручиваться. Что я бы хотела еще сказать? Значит, больше всего мы знаем, конечно, я говорила, из Павла. Что еще вот здесь нового, чего не было, скажем, в тех же синагогах и так далее? Огромное влияние женщин. Женщины вначале были служительницами. Вот в 11 глава начинается с того, мы все помним, что там женщины что-то должны иметь на голове. Кстати, там такой текст, что непонятно, что они должны иметь на голове. Там нет слова «покрывало». Может, они не должны стричься, а может, наоборот, они должны ходить с распущенными волосами. В общем, совершенно непонятно. Но нам не это важно в данном случае. Важно то, что когда, сказано, когда женщина молится или пророчествует. Молиться – это не молиться дома, не молиться про себя, а она ведет молитву. То есть она представляет всю общину, она молится, все слушают и потом говорят «Амен». То есть «Да, так мы согласны». То есть она предстоятельница в этот момент. Да? Ну уж если даже кто-то сомневается в том, что она предстоятельница в молитве, то уж пророчествовать она точно не может ни про себя, ни дома, ни шепотом. То есть пророчицы, люди, которые говорят в храме. Вы скажете, а в 14 главе там слова о том, что Павел запрещает женщинам говорить. Да, 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 да. Но, скорее всего, речь не о том, иначе он просто противоречит себе. Значит, поэтому можно понять, с одной стороны, что это позднейшая вставка писца, который как-то, ну, не мог стерпеть такого, такой пакости, что женщина будет что-то делать в храме. Там же ведь о чем речь шла? О том, что если человек пророчествует, то люди должны думать и обсуждать, от того ли он духа говорит. Ведь человек может быть, извините, немножечко сумасшедшим.
Вот, он может говорить, что Бог мне сказал там кого-то убить или вообще что-нибудь страшное. Ну, просто у моей одной знакомой студентки такой был муж, у него была шизофрения, когда он был в нормальном состоянии, был очаровательный человек. Но потом у меня наступало обострение, и его там срочно клали в больницу, потому что она говорила, он, значит, просыпается и говорит, Бог мне сказал, что надо ему убить того-то. Она тоже звонила своей подруге-психиатру, та, значит, вызывала хорошую психиатрическую перевозку, чтобы там не били, потому что там бывают чудовищные вещи, делают вот эти перевозчики с сумасшедшими. Вот может быть. Или просто человек несет какую-нибудь глупость. Всякое может быть. Да? Люди обсуждают. А следовательно, это может быть в форме там, выкриков, вопросов, иногда вопросов, мягко говоря, выраженных не совсем корректно, как сказано. И особенно, ведь женщины, имеется в виду жены, не женщины вообще, женский пол, а жены. Понимаете, если жены, если муж пророчествует, а жена кричит, ты что несешь, дурак? То это, понимаете, это в любой стране и в любом времени неприлично. Вот приди дома и скажи все, что ты думаешь. Вот. Или если у тебя возник какой-то сложный вопрос, тоже, чтобы не ставить его, может, в неловкое положение, может, он не может ответить, тоже задай этот вопрос дома. То есть женщина, женщины, скажем так, да, имеется у нас такая слабость, мы иногда можем, так сказать, перекричать мужчин. Значит, скорее всего, вот это. Или это вставка, потому что в первом письме Тимофея, вот там точно, там очень резкие, жесткие и непристойные в адрес женщин слова. Но первое письмо Тимофея – это не письмо Павла, оно написано, несомненно, после смерти Павла, это так называемый псевдоэпиграф, то есть имя Павла стоит за чине, но написано его, так сказать, там, друзьями, поклонниками, но, мягко говоря, несколько иного духа, чем Павел, потому что в это время появляется то, чего раньше никогда не было. Всегда в еврейской традиции, в христианской традиции виновником грехопадения, первым нарушителем Божьей воли был Адам. Никогда не различали, кто кому сказал, кто кому передал. Адам. Адам, потому что тем более, что слово Адам – это человек. А где-то так во втором веке до нашей эры впервые появляется идея о том, что тут вспоминает Ева. И в книге, которая мне очень нравится, хотя автор ее, несомненно, жена ненавистник страшная, это «Мудрость Иисуса Сираха», там появляется, возможно, первый раз в письменном виде утверждение, что во всем виновата женщина. Все зло от женщины, из-за нее мы умираем. И еще самый изумительный текст. Вообще-то, в прошлый раз у нас было о женщинах, я, наверное, это говорила, на повторение мать учения, что лучше самый плохой мужчина, чем самая добродетельная женщина. Появляется эта тема. И это абсолютно то же самое, что говорится в первом письме Тимофея. Павел в тех письмах, которые, несомненно, принадлежат Павлу, относился к женщинам чрезвычайно хорошо. Он нигде не препятствует, не запрещает им проповедовать. Он с невероятным уважением относится, например, к Приске. Приска и Аквила – супружеская пара. Приска явно умнее и выше по своему развитию и по своим знаниям, чем Аквила, который просто, что называется, при ней. Именно Приска объясняет Аполлосу, в чем он там, не то, что заблуждается, не дотянул, что называется. В 16 главе огромное количество женщин. Там есть имя Юния. Поздних авторов смущало большое количество женских имен, и они переделали некоторые женские имена в мужские. То есть из Юнии сделали Юния, из Юлии сделали Юлия. Юния, она названа там женой Андроника,
И она, в общем, апостол раньше, чем Павел. Называется, то есть проповедница Христа раньше, чем Павел. То есть он относится с огромной любовью. Сколько имен он называет. Мария, которую мы не знаем, но которую он говорит, что она мне стала как родная мать. Значит, Эводий и Синтихи в Филиппийцах, где он говорит о том, что они сражались вместе с нами, плечом к плечу, сравнит их с воительницами за Христа. То есть это не просто женщины, которые там были хорошими матерями, хозяйками и так далее, и тому подобное, а люди, которые активно проповедовали Христа. Вот. В том же первом письме Тимофея появляется впервые женское служение. То есть то, что потом... Это не диаконисы еще, диаконисы будут гораздо позже, то есть официальный, так сказать, чин диаконис. Но там есть уже, правда, есть, конечно, какие-то ограничения, значит, молодые девушки. Дело в том, что идет речь о вдовах. В еврейских синагогах вдовы, которые остались одиноки, они были на содержании в синагогах. Но понятно, что если это молоденькая вдовушка, которая ни черта сейчас делать не будет, а будет жить на содержании, то Павел советует довольно резко, пусть выходит замуж, рожает детей и так далее и тому подобное. Вот. А вот так, та вдова, которая осталась одна в мире, у которой нет родственников, которые бы о ней позаботились, вот она будет на содержании общины, но она будет исполнять некоторые обязанности. Вот, скорее всего, она будет... Значит, заботиться как раз о сиротах, заботиться о больных, посещать больных. Может быть, особое служение для женщин, помощь именно женщинам. Ну, вот. Потом появятся диаконисы. Сейчас пытаются вроде возродить, и даже чуть ли не в православии, возродить чин диаконис, потому что они были долгое время распространены. Но такое количество женщин, которые упоминает, во-первых, Иисус, женщины, которые были благовестницами, ибо им первым явился воскресший Господь. Женщины, которые содержали Иисуса и его учеников, некоторые из них были довольно богатыми, в Евангелии от Луки, там несколько имен. Вот я помню сейчас Сусанна, ну, Анна Мария Магдалина. Вот. То есть то, чего не было, вот это некая важная особенность. И если в начале, пока это было в Иерусалимской церкви, там была церковь, которая очень мало отличалась, чем от синагоги. Практически это было. Ну, может быть, только имя Иисуса произносилось. А все остальное было, так сказать, одинаковым. То, конечно, уже особенно в диаспоре, в рассеянии, ну и в самой Иерусалимской церкви, конечно, времена изменились, но... Я имею в виду в рассеянии, конечно, это все стало уже сильно меняться. Достаточно сильно меняться. Вот. Ну, что еще? Почему мы говорим, что во времена Иисуса не было церкви? Не было церкви как институт. Была церковь как движение, как течение религиозное, наряду с другими религиозными течениями. Дело в том, что всякая церковь как институт обязательно имеет какие-то правила вхождения в нее, какие-то особые молитвы, которые выделяют ее, отличают ее от другой церкви, какие-то особые ритуалы. Вот, этого не было. Иисус не требует от своих учеников ровным счетом никаких особых вещей. Он требует, чтобы они соблюдали там нравственность, он усиливает какие-то вещи, там, приравнивает, например, оскорбительные слова к убийству, похотливый взгляд мужчины на замужнюю, на чужую замужнюю женщину приравнивает к разврату и так далее. То есть он усиливает это, но не требует никаких... Когда он дает молитвы свои, то это не потому, что они должны вот так молиться, а просто он говорит о том, чтобы они не болтали слишком долго.
употребляется глагол «батологео», это такой звукоподражательный, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да. Как язычники, которые думают, что чем больше слов в молитвах, тем скорее их услышат боги. У римлян было замечательное выражение «утомить богов». Утомить богов. Да. Поэтому он не дает молитву, которая, значит, надо, которая выделяет вас из других, там, как бы так сказать, религий или так далее. Просто эта молитва короткая, и это молитва о главном, о скорейшем наступлении Царства Бога. По сути дела, все прошения там, значит, это молитва о скорейшем наступлении Бога. Сейчас, кстати, очень интересная вещь. Вы, наверное, слышали, что папа предложил заменить перевод одной строчки в молитве Господней. Вот «не веди нас в искушение». Вообще Бог никого в искушение не вводит. Это действительно правда. И в письме Иакова об этом прямо даже сказано. Значит, во-первых, это не искушение, а это испытание. А вот это слово, которое очень часто в синодальном переводится как искушение, на самом деле в подавляющем большинстве, в 95%, это испытание, а не искушение. Значит, всегда предполагается, что в конце мира будут вот, ну, в апокалипсисе, знаете, все эти страшные, ужасные вещи и жуткие вещи, и, с другой стороны, ложные, обманные. Помните, когда выходит там, значит, зверь из земли, он ранен смертельно, он воскресает, он строит, создает статуи, которые ходят и говорят, и этим они могут, соответственно, так сказать, вовлечь, ну, когда вы видите это, да, вот, вот он, Бог-то, вот он, Бог настоящий. Вот, и поэтому этот смысл этой фразы, мы просим Иисуса не о том, чтобы он нам вообще не послал испытания. Нет, испытания будет. Но чтобы он дал нам силы выдержать испытания, не пасть в испытания. Вот. Я спросила католического священника, что будет, как все-таки будет эта фраза. Он сказал, не в России. Католиков мало, но к ним и так ненависть у нас. Христианская такая ненависть православная, большая. Вот. И поэтому, если они еще, значит, рискнут передать более точный смысл вот этой строчки, то, конечно, там будут проклятия, анафемы и так далее, тому подобное. Вот, поэтому надо помнить еще о таких вещах. Вообще, тут, понимаете как, тут много материала, о котором можно говорить до бесконечности, а с другой стороны, можно как бы в любой момент остановиться. Вот, потому что мы знаем о том, как существовала церковь. Скажем так, условно говоря, Матфеевская церковь. Когда я говорю церковь Матфея или церковь Иоанна, вы сами понимаете, да, что это не... Это то, как это описано в Евангелии. Значит, Матфеевская церковь. Значит, мы видим, что... Да. А, вот о чем интересное. Ты недавно прочитала невероятно интересную вещь, на которую я не обращала раньше внимания, и тут я глубоко задумалась. Один знаменитый английский библеист, современник наш, Джеймс Данн, он говорит, что с самого начала, вот если взять Новый Завет, канон Нового Завета, то в этом каноне есть еще свой канон. В каждой церкви, даже, может быть, каждого человека. И вы проверите это можете очень легко. Если вы регулярно читаете Библию, не там где-то раз в месяц, а регулярно, то вы открываете свой текст и видите какие-то странички, которые имеют следы, да, следы, может быть, там отметки, может быть, там следы от пальцев, в общем, где-то смято и так далее. А есть девственно чистые. Есть тексты, которые для вас лично, да, и есть тексты, которые вы говорите, да, да, это священное писание, да, это богодухновенный текст, но вас это не трогает. И некоторые люди даже не помнят о чем-то, например, говорится во втором или третьем письме Иоанна, да?
Они такие маленькие, незаметные. А что, о чем говорится в письме Иуды? Вот. Ну, вообще-то протестанты обычно хорошо знают Писание. А, скажем, например, православные, это, они, наверное, в общем, о некоторых, может быть, текстах даже и не слышали, признаться. То есть получается так, что в самом новозаветном каноне, который состоит из 27 книг, есть на самом деле еще как бы внутренний канон. Да? И этот внутренний канон, он бывает в разных церквах. Свой. Потому что если мы посмотрим, то мы скажем, что в православной церкви таким как бы главным является Иоанново Писание. Больше всего любит Иоанна. И больше всего читает Иоанна, и ссылается на Иоанна. Значит, ну, протестанты сами знаете, кто, да? Апостол Павел. Это, конечно... Благодаря ему, собственно говоря, и возник протестантизм, когда Мартин Лютер вдруг прочитал текст и понял, что это относится к нему лично. И Джон Уэсли, методист, то же самое. В общем, хороший человек, верующий, так как все верят, так сказать, скромно и не очень глубоко. Студент Оксфорда со своим братом. Вдруг он читал Писание, читал Павла и прочитал, что Бог, что Иисус любит его. Понял, его, не человечество, не церковь, его лично. И у него сердце загорелось любовью к Христу. И он не собирался уходить из англиканской церкви. Он вовсе не собирался создавать какое-то новое движение или новую церковь. Но, понимаете, все такие уже церкви, что называется, прилепившиеся к государству, они не терпят никакой конкуренции. И поэтому на них начинается, льется такая грязь, такая клевета, такое оскорбление. Я прочитала, значит, я вообще-то очень люблю Джейн Эйр, Шарлотт Бронте, да? Вот, и считала, что это замечательная писательница. Потом мне попался в руки другой ее роман. И как она там поливает методистов. В это время они только возникли. Вот. Они на самом деле, например, у них был полный отказ от спиртных напитков. Значит, они убеждали женщин не тратить время и деньги на наряды, на украшения и так далее. То есть очень много как бы скромности. Там, значит, изображаются как валяющиеся пьяные по канавам и так далее и тому подобное. Я думаю, боже мой, вот всегда так было, да? Потом я нашла еще одну ее раннюю книгу, где она таким же образом поливает католиков. И католики там, значит, учитель называется, небольшой романчик, вот, где там, значит, католики, ну, в общем, ну, передать невозможно. Вот чистая, искренняя вера англикан, насколько она выше вот этих, значит, поклоняющихся красному зверю и так далее и тому подобное. То есть чудовищные оскорбления. Итак, у протестантов, несомненно, будет вот такой внутренний канон. Это, конечно, письма Павла, главные письма Павла. Самая консервативная церковь того времени была, несомненно, Иерусалимская церковь. Самая древняя, вообще в центре иудаизма. Очень быстро ее возглавил Иаков, брат Господа. Потому что когда упоминается Иаков, то мы не знаем, какой. Да? Их было несколько в Новом Завете. И я получила подтверждение, что да, до сих пор в Испании считается, что создатель испанской церкви, святой Яго, это Иаков по-испански, это Иаков сын Зеведея, что он создал там, основал церковь. Чего не может быть, потому что он погиб в 42-м году, был убит по приказанию Ирода Агриппы I. Конечно, для людей такого склада их канон должен был быть самым-самым жестким. И когда мы рассматриваем, то чрезвычайно интересно рассматривать каждое Евангелие вот с этой точки зрения. Вот, как принимают, какая именно деноминация
принимала вот в качестве своего канона. Это не значит, что она отрицала все остальные. Но просто я повторяю, читалась больше всего, самое большое внимание обращалось на такие-то тексты, наставления черпались из этого, из этих текстов. А в Новом Завете ведь есть тексты, противоречащие друг другу, да? Ну, скажем, там до сих пор идут споры в письме Иакова. Это нападки на Павла? Или Иаков не понимает Павла? Или он осуждает тех, кто не понимает Павла? Потому что там вера без дел мертва. Павел говорил за веру, Бог прощает за веру и только за веру. Да? Конечно, Павел имел в виду, что вера – это не признание того, что Бог существует. Вера, он недаром называет ее деятельной верой. Вера – это образ жизни человека, который веровал в Бога. Вот, а не слова, прекрасные слова. Можно говорить сколько угодно. В Евангелии от Матфея сказано, вы напрасно говорите мне «Господи, Господь». А я скажу, я не знаю вас и никогда не знал вас. Вот. И хотя там мы были с тобой на площадях, ты учил нас, мы тоже творили чудеса и прочее, прочее. А я скажу, уходите от меня, сотворящее зло, я никогда вас не знал. Значит, ну вот, пожалуйста, Иаков мог не понимать. Значит, церкви могли отличаться друг от друга. И они до сих пор отличаются. И теперь зададим вопрос. Вот церковь у нас единая, или она состоит, или их много? Католическая, православная, протестантов, там куча деноминаций. Так вот, она все-таки единая церковь, или она состоит из многих церквей? Да тут посмотрите, я уже не говорю, я не буду говорить о том, что как там друг на друга клевещут и лгут. Я про это, давайте мы опустим. Будем считать, что все относятся друг к другу по-христиански. Все объединяет и делает это не множеством церквей, хотя они могут очень сильно отличаться. Литургической практикой, ритуалами, любимыми, так сказать, текстами, крестным знаменем или отсутствием онного, двумя пальцами или тремя пальцами, или, как католики, значит, всей ладонью. Берут ли они воду во время крещения или нет, и так далее, и тому подобное. Их, они остаются христианскими, потому что во главе их стоит Христос. И только это их на самом деле скрепляет и не дает им рассыпаться. Но это, между прочим, означает, что различия на самом деле между ними очень большие. Это означает, что их нельзя искусственно взять и соединить в одну церковь, в которой будет все одинаково. Была попытка экуменического движения, которое провалилось. Вот Джеймс Данн говорит, что раз были различия в разных движениях, в разных общинах уже в первом веке, то это означает, что невозможно их соединить. Можно соединить там в средние века, например, там были попытки, знаете, там убить гугенотов, да? Останутся во Франции одни католики. Можно попытаться, но, извините, таким замечательным способом, при помощи уничтожения, запугивания, и так далее, и тому подобное. Это не наш метод, да? Ну, по крайней мере, мы должны так думать, что это не наш метод. Вот. Значит, убедить тоже практически невозможно. Конечно, Павел переживал, да, в первом Коринфском письме он пишет, я слышала, что у вас есть разногласия, что вы говорите, я Петров, там, значит, я Аполосов, я Павлов. Для него это была трагическая ситуация. Он изо всех сил старался, чтобы церковь не распалась. Он боялся, что церковь тогда может распасться на две: церковь христианской,
бывших, из бывших язычников и церковь иудеев христианской, из бывших евреев. И они будут все дальше и дальше расходиться. Вот. Но так не получилось. Следовательно, мы должны понять, что церковь нельзя искусственно соединить. И, может быть, и не стоит этого делать, если Христос у нас остается по-прежнему в центре. Вот беда, когда место Христа начинает занимать всякие разные полусумасшедшие, новые святые, которые, мягко говоря, никакой святости не обладают, всякие идолопоклонства самые настоящие. На могиле Матронушки люди ездят туда на могилу и едят землю с могилы. Вы знаете, такого в язычестве не было. Это святая правда. Это мне рассказывали люди, которые просто это видели. Я просто думаю, что, наверное, каждую ночь там подъезжает самосвал. Ну да, как на Акрополе, потому что там же много осколков мрамора, и как-то просят, ну, не брать. Но люди же каждый там немножечко подхватит кусочек мрамора с Акрополя-то, а? Вот, поэтому там каждую ночь приезжает, значит, вываливает массу, значит, обломков мрамора, пожалуйста, как говорится, радуйтесь тому, что вы взяли, вам запретили, а вы взяли. Это то же самое, как я была в Британском музее, там написано, там можно подходить, вот к статуе, там вот, вот так вот написано, пожалуйста, не трогайте статую руками. Так тихо поверешься и так пальчиком, так чуть-чуть. Ну, запретный плод, он уже, знаете, сладкий. Вот, поэтому это очень интересная идея о том, что даже не надо пытаться, но надо быть христианами, вот, и постараться не враждовать. Вот потому что если будет вражда, то это означает, что Христос у нас не в центре жизни, да? А он где-то там вдали. Я рассказывала, как мой вот научный руководитель как-то мне просто, ну, показал, как он понимает, скажем, такой институциональной церкви, там, католицизм и православие, и протестантизм, он сам методист, протестант. Он нарисовал круг, и в центре Христос, как солнце. А вне окружности, прямо самой окружности, но вне, там обряды, молитвы, ритуалы, ну, все что угодно, да? Там могут быть иконы, могут быть святые, могут быть там свечи, могут быть записки, может быть святая вода и все что угодно. А если круг, там Христос, а все то, что было вне, тоже в круге, то все это затмевает это солнце. Понятно, да? То есть само по себе вот эти вещи, которые вне, они ничего плохого в себе не несут. Вот. Но они заслоняют Христа. Пока христианство остается, извините, христоцентричным, то мы с вами, или харизматы, или баптисты, или католики, или кто угодно, мы все равно все братья одной семьи. А братья немножко отличаются друг от друга, да? Умом, красотой, внешностью, характером и так далее и тому подобное. Но мы все дети одних родителей. Вот, и поэтому это чрезвычайно интересно. Вот подумайте, да, о том, что, может быть, и не стоит пытаться просто принять это как должное и просто относиться с любовью, даже не потому, что нам надо, а потому что так оно было с самого начала, что Новый Завет, в Новом Завете есть огромное разнообразие. Огромное разнообразие. Ну и, конечно, еще, значит, раз есть церковь, помните, мы говорили, что в церкви есть вольно-неволе. Во времена Иисуса этого не было. Но когда Иисус уходит и покидает уже землю, церковь начинает становиться все больше и больше институтом. Это естественное движение. Тут, к сожалению, никуда от этого не денешься. Вот. А следовательно, есть как бы
способы вхождения, или как по-научному говорят, инициации, обряды инициации. Какие были, какой обряд инициации? Крещение. То есть с самого начала христианин, чтобы стать христианином, принимал крещение. И мы в строгом смысле даже не знаем, откуда оно пошло. Потому что Иисус только в... Опять же, у Евангелия от Матфея в самом последнем стихе говорит: идите, научите все народы, крестите во имя... Кстати, крестили во имя Иисуса. Потому что во имя, значит, Отца и Сына и Святого Духа — это более позднее добавление. Всегда у Павла, значит, говорится, крестить во имя Иисуса. Для того, чтобы человек как бы вошел в Иисуса, стал принадлежать Иисусу. Во имя, то есть это не только просто носить имя христианина, а имя значило самого носителя имени. Поэтому во имя Иисуса — это как бы стать Иисусовыми, принадлежать Иисусу. И вы знаете, это же тоже в разных церквах по-разному. Собственно говоря, там где-то и сейчас... Где-то окунают, где-то брыжут водой, где-то, я помню, как Борис, молодой священник спрашивал у Борисова, мы были как-то тогда, мы еще тогда дружили очень, мы были в гостях, сидели, и вот священник молодой, значит, спрашивал: а как вы, батюшка, крестите? Ставите в тазик? Мы так послушали, Миша мне говорит: пойдем отсюда, то сейчас мы веру потеряем, когда мы узнаем вот эти, так сказать, профессиональные тайны. Вы знаете, что крестить можно снегом, если нет воды. Крестить можно песком. В первом письме Петра сказано, что вы окроплены кровью Иисуса. Скорее всего, это метафора, означающая крещение через окропление водой. Ну, понимается, как, значит, это смерть Иисуса. Посмотрите, как понимается, ну, чем связано крещение. Вот всегда у всех со Святым Духом, с дарованием Святого Духа. Но, опять же, мы читаем Новый Завет, ну, конечно, не Евангелие, в котором крещения нет, а мы читаем письма Павла, предположим, Деяния апостолов. И мы видим, что из крещения, когда момент крещения дается Святой Дух, есть Святой Дух дается после крещения, есть даже через какой-то промежуток. В Деяниях апостолов, значит, евангелист Филипп, не автор Евангелия, а евангелист, благовестник Филипп, крестил самаритян, а из Иерусалима пришли Петр, там еще другие, как бы на инспекцию, потому что самаритян ненавидели, считали, что хуже язычников и так далее, и тут к самаритяне уверовали. Вот. А самаритяне Святого Духа не получили при крещении. И те возложили на них руки, и на них сошел Святой Дух. Но есть в Деяниях еще одна интересная история, когда Дух сходит до крещения. Вы помните, да, в доме Корнелия, когда Петр проповедует римскому центуриону, его семье и друзьям, которые собрались послушать его, и вдруг на них сошел Святой Дух. И они стали говорить на языках. И тогда Петр говорит: кто помешает тогда, кто может воспрепятствовать крещению, если они получили уже Святого Духа? То есть мы видим, что даже такая вещь не единообразна. Может быть и так, и так, и так. Вот те, кто омылись у Иоанна, апостолы, скорее всего, тоже были в той огромной толпе, которая приходила к Иоанну. Скорее всего, они не принимали крещение. Скорее всего, они как бы, это и было их, это омовение и было их крещением. Но, с другой стороны, в 19 главе Деяний Павел встретил учеников Иоанна, верующих в Христа, спросил, получили ли они Святого Духа, они сказали, что они даже не знают. Нет, это не означает, что они не знают, что такое Святой Дух. Просто при чем здесь Святой Дух? И Петр их Павел их перекрестил. То есть он как бы обязал их, он сделал их, значит, крестил их.
Получается, значит, омовение Иоанна не равняется крещению, как очень многие говорят. Откуда пошло крещение? Да вот Иоанн крестил. Иоанн не крестил, Иоанн омывал. И доказательство этому то, что Павел перекрещивал некоторых людей. А про некоторых мы не знаем. Вот что было с апостолами? Крестились ли апостолы отдельно, когда они уверовали в Христа? Или сам факт того, что они когда-то были омыты Иоанном, а потом были с Иисусом, уже достаточно, и получили Святого Духа от самого Иисуса. В 4 Евангелии, помните, он думал на них и сказал: «Примите Духа Святого». Может быть, этого достаточно без? Ну и, конечно, второй как бы, вторая важная вещь, что потом получило название таинство. Потому что в первый век это не называлось таинством. Таинство, само это выражение, появилось гораздо позже. Но, тем не менее, мы имеем право назвать это крещение и трапеза Господня, Евхаристия. И мы видим, что Евхаристия тоже отличалась в разных местах. И, может быть, даже было два вида совместной трапезы. Трапеза без вина, лишь с хлебом, преломление хлеба. Воспоминания о тех трапезах, которые ученики имели вместе с Иисусом, потому что когда они входили вот вместе, они, естественно, каждый раз вместе ели, садились вместе за стол и ели. И вот этот знак дружбы и любви, и единения перенесен был потом, и христиане тоже собирались на такие дружеские трапезы. Возможно, уже появляется и другая трапеза, которая больше напоминает уже ту самую последнюю пасхальную трапезу. То есть в процессе еды выделялся какой-то торжественный момент, когда люди молились и пели гимны, и вспоминали, как Иисус перед своей смертью заключил договор с ними, новый договор через свою кровь, через свою плоть, то есть через смерть самого себя. Вот. И каждый раз, когда они вспоминали, то они как бы обновляли этот договор. И обратите внимание, что даже сами слова у Матфея, у Марка, у Луки и первом Коринфском письме слегка отличаются друг от друга. То есть это не магическая формула. К сожалению, у нас, я имею в виду православных, хотя уже не считаю себя, во всяком случае, членом РПЦ, значит, я когда-то давным-давно слышала, что литургия, значит, если священник пропустит слово или фразу, или там переставит слово, литургия не состоится. Ребята, это что? Это что, химический эксперимент, когда там, значит, не доложили какого-то элемента, значит, не вскипятили, там не процедили, да, и все. И не получилось заданный результат. Да? Так вот, у Матфея и у Марка слова, евхаристические слова Иисуса, очень похожи. Но у Матфея они чуть длиннее. А у Луки и в первом Коринфском письме там добавляется вот то самое знаменитое слово «делайте так, помните обо мне». Что обычно католики и православные, ну, не знаю, как католики, православные точно обвиняют протестантов в том, что, значит, они неправильно понимают вот смысл, потому что мы понимаем, что хлеб, значит, хлеб и вино превращаются в реальное тело и плоть, а у тех это, мол, благочестивые поминки. Вот. Но так у Луки и так в первом Коринфском письме. И это не благочестивые поминки, потому что в библейском языке помнить о чем-то, напоминать о чем-то, делать что-то в память – это совсем не просто поминки. Это обновление договора. Делайте так, значит, до прихода Иисуса. То есть они каждый раз, когда едят хлеб и пьют это вино, они возвещают смерть Иисуса. Они вспоминают о том, какой Иисус заплатил страшную цену
за их спасение. То есть, по-моему, это даже более глубоко, чем вот это представление о том, что, что это правда, хлеб и вино. Непонимание каких-то слов ведет к противоречиям, ведет к расхождениям. Но в первом веке больше ничего из таинств не появляется, хотя есть уже основания для двух. Это совсем смешно, но я читала православного автора, а затем спросила у католического священника для того, чтобы быть полностью убежденной. В письме Иакова говорится, если человек заболел, значит, он согрешил, поэтому он должен раскаяться перед всем собранием общины. То есть я спросила, это правда легло в основании исповеди? Вот нынешней исповеди. Она сказали, да. Но только, конечно, это сильно изменилось, потому что там перед всеми, и там прощал не священник от имени, даже пусть именем Бога, властью наделенным, там, значит, данным мне Богом, отпускаю тебе грехи, а прощала грешника вся церковь. Он рассказывал, что он совершил, какую-то нехорошую вещь, вот, и церковь вся прощала его или не прощала, если это какое-то было уж преступление, действительно не заблуждение, не ошибка, а какое-то действительно страшное преступление. Она могла изгнать, а могла там дать какой-то испытательный срок и так далее. И еще, а если человек так был болен, что он уже не мог прийти в общину, то к нему приходили старейшины, мазали его оливковым маслом и молились над ним. И это послужило основанием для появления в христианстве еще одного таинства – елеопомазания. Да, соборование, но это, да, соборование, потому что это, как отец Александр рассказывал, соборование – это же когда много человек. Это очень любят, это регулярно проводят, по-моему, даже два раза в году православные. У католиков тоже есть, но там как-то говорят, ну, если вы больны. Если вы больны, вот если вам предстоит там операция или что-нибудь. В общем, как-то, нет, там не то, что там, если вы подойдете, вас не скажут, там, уходите, но как бы призывают помнить, что, в общем, это если вы больны, действительно больны. А православные страшно любят очень это дело. И когда я заболела ревмокардитом, то моя замечательная подруга, можно сказать, конечно, она старше меня гораздо, вот, Марья Витальевна, она меня, значит, что называется, сказала за шкирку, что сказала, надо. Ну, а я ее слушалась. Вот, надо, значит, надо. И пока я там стояла, я, конечно, уже была еле-еле, потому что народ полный битком набит, два священника хоть 7 раз каждого мажут. Вот. И когда я вышла, то, значит, я помню, отец Александр вышел, говорит, а Валя где? Мария Тайна говорит, лежит. Вот. Он ехал в Москву, тогда еще очень мало у кого были машины, но иногда у некоторых прихожан были. Вот кого-то, значит, они с удовольствием предлагали отцу Александру отвезти его. И он взял меня в машину. И вот он грыз меня всю дорогу. Он говорит, Валя, неужели вы не понимаете, что эта процедура требует здоровья, как у Геркулеса? Что это не для больных, а для таких, как у Геркулеса. Если бы я знал, я бы вам не позволил. И вот он всю дорогу меня грыз и брал свое торжественное слово, что я больше никогда. Я сказала, ну, отец Александр, я же не сама, не Марья Витальевна. Ну, а он, а ну, Марья Витальевна, да, Маруся, да. Так что вот такие появились новые таинства. Еще я не спросила, но, вероятно, рукоположение тоже восходит, появляется. Но это восходит к евреям, потому что рукоположение появилось у евреев, потом перешло в христианскую церковь. И об этом упоминается в пастырских письмах. Напоминают Тимофею, вспомни, сынок. Да, там, значит, то ли сам Павел рукополагал, то ли там старейшины, как бы собор старейшин рукополагал. Но я была в Америке во время рукоположения женщины,
на службу министра, как у них называется. И ее рукополагал первый епископ, а затем вся церковь. То есть каждый подходил и возлагал на нее руки. Вы знаете, это было очень трогательно. Да. Да, вот понимаете, когда действительно ее как бы вся церковь, не один человек, а все остальные стоят и смотрят, а все вот, ну там подходили, не обязательно там по очереди, там могли там человек 5-6 сразу там, значит, возложить руки. Но вот я не спросила, как бы легло ли это в основании вот рукоположения. Ну, а еще таинство брака, это очень поздняя вещь, очень-очень поздняя вещь. Поэтому несколько веков христиане были невенчаны, потому что и брак, и развод были чисто семейным делом. То есть там, конечно, люди при заключении всех этих таких важных событий, ну, я, наверное, не при разводе, а при браке, конечно, там молились и приносили жертву, но для этого не нужно было санкции ни священника, не старейшин синагоги или лидеров церкви. Понятно, да? Все-таки я так и думала. Это подтвердилось в книге одного замечательного библеиста. Иаков, брат Господень, конечно, был человеком выдающимся. Это вот как бы второй брат. Там их было вообще-то 5, да? Иисус, Иаков и еще 3 брата. Иуда, Симон, что-то не помню следующего. Вот, есть письмо маленькое Иуды, возможно, что это еще брат. Остальные, вот, как бы про них ни слухом, ни духом, и они не сыграли ровно никакой роли, о них нигде не упоминается. Но Иаков, конечно, уступал, ну, Иисус, это естественно, но был человеком тоже весьма незаурядным, выдающимся, обладал самыми разными способностями, и в том числе дипломатическими способностями. Он был человеком консервативным, хотя был истинным христианином, последователем своего брата, уже после его воскресения. Вот. И через... А потом, после воскресения, он уверовал своего брата. И через довольно короткое время он выдвинулся на лидерские позиции в Иерусалимской церкви и стал лидером Иерусалимской церкви. И, как он сказал, возможно, не без влияния того, что он родственник Иисуса Христа. Хотя он, в общем-то, как бы заслуживает. Почему я сказала про дипломатические способности? Потому что он был в таком месте, понимаете, Павел был... В других странах. Там было свободнее. Там иногда были гонения, преследования, а Иаков, скажем, извините, был, что называется, в центре вражды, в осином гнезде. И он умудрялся вести себя так, что его уважали, горячо, очень глубоко уважали христиане, и евреи, не уверовавшие Христа тоже. Он погиб мученической смертью в 62-м году, и члены Синедриона его осуждали, потому что осуждали, простите, первого священника, который так поступил. То есть это не суд Синедриона вынес решение о гибели Иакова, а он воспользовался, первосвященник воспользовался, Анан II воспользовался тем, что Фест, прокуратор Иудеи, умер, а Альбин, следующий прокуратор, не сразу появился, там промежуток несколько месяцев, как говорится, междуцарствие. И он воспользовался этим, там, значит, потребовал, чтобы Иаков якобы сказал перед всем народом, что путь Иисуса неверен. Но о побиении камнями, на самом деле, мы представляем себе, что человек стоит, а в него кидают камни. На самом деле его поднимают на какое-то высокое место и оттуда сбрасывают. А если он потом не погиб, то уже бьют камнем в область сердца или как-то по-другому. Вот здесь, значит, об этом есть легенды, и об этом рассказывает Иосиф Флавий в Иудейской войне. Он говорит об Иакове, говорит очень с таким пиететом о нем, что его заставили подняться наверх храма и оттуда столкнули, когда он отказался, значит, сказать, что якобы путь его брата неверен. Его столкнули, и когда он упал, он оказался не погиб.
И тогда некий сук Навал подошел и палкой, которой он выбивает шерсть, изо всей силы ударил его по голове. Марин, вам плохо от этого, да? Так что вот, ну и я бы сказала так, что, к сожалению, и в первом веке среди христиан не было, среди всех христиан не было идеальной братской любви. Вот, потому что, например, Павел явно довольно иронически относится к иерусалимским апостолам. Они, вероятно, к нему тоже. С Яковом у них явно были напряженные отношения, хотя, я повторяю, они, конечно, взаимно уважают друг друга. Пакости не строили, но не очень друг друга любили. И в некоторых случаях люди от Иакова приходили в те общины, которые основал Павел, и убеждали их, что они должны принять там обрезание, соблюдать закон Моисея и так далее и тому подобное. Были и другие споры, знаете, чисто из ревности. Вот те две женщины, которые в Филиппах поссорились. Вероятнее всего, это ревность, зависть и кто кого выше. Как еще при жизни Иисуса ученики идут в Иерусалим и спрашивают по дороге, спорят о том, кто из них главнее. Люди остаются, к сожалению, людьми. Вот. Это не означает, что для нас облегчение, и так было, и мы можем. Нет, это наоборот должно, мы должны об этом вспоминать и говорить, как жалко, что так было, давайте мы будем жить по-другому. Вот, так что вот вам, пожалуйста, уж насколько я смогла, помогло ли вам понять вот мое повествование вот, о древней церкви, о церкви первого века, как это было. Но я повторяю, на самом деле мы очень мало что знаем. Вот что еще. Мы очень мало что знаем. Потому что Евангелия ничего не говорят, а письма, они говорят, но они не рассказывают нам. Они же не для нас писаны. Только какие-то обрывки. Мы складываем из обрывочков, из каких-то догадок. Что-то правильно мы понимаем, что в чем-то мы можем заблуждаться. Вот.